Одна курица накормила 19 человек, и еще осталось. Пустые канистры наполнились бензином чудесным образом. Умножение денег. Сверхъестественные перемещения без использования транспортных средств. Сегодня мы услышим еще много подобных чудес. Это сделал один человек. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. С вами Сид Рот и Патрисия Кинг. Когда вы посмотрите на Патрисию, вы увидите не просто энергичную женщину. Жизнь бьет в ней ключом. Но было время, когда так не было. Было время, когда она была на грани своего конца. Она буквально чувствовала, что ее положат в психиатрическую больницу. Сожгут все мосты, а ведь у нее был новорожденный малыш. Когда родился мой ребенок, я лежала при смерти из-за приступа. И в это время я увидела Иисуса в видении. После родов у меня случился эпилептический удар с сильными эмоциональными перепадами и вспышками. Я была очень сконцентрирована на состоянии моего малыша. У меня также был и другой ребенок. Поэтому я делала много вещей, из-за которых я чувствовала огромную вину, но у меня не было сил, чтобы их контролировать. Но я боялась рассказать об этом кому-то, потому что я думала, что если узнают, что я делаю, меня возненавидят. Но наступил момент, когда мне нужно было кому-то рассказать. Я собиралась сказать властям, но прежде чем я это сделала, я хотела быть уверенной, что с моим ребенком все будет хорошо. И тогда я подумала, что если бы я окрестила моего ребенка в традиционной церкви, то тогда, если бы меня положили в психиатрическую больницу после того, как я все рассказала и сожгла бы все мосты, то, может быть, я хотя бы увидела моего малыша однажды на небесах. Вот так я думала. Это странная мысль. Но знаете что? Это было хорошей мыслью, потому что вы встретились со священником. Да, верно. И что он вам сказал? Я пошла в местную англиканскую церковь. Я попросила англиканского священника, чтобы он пришел и окрестил моего ребенка, потому что у меня проблемы. Он пришел через 20 минут. Это было впервые, когда я услышала о Христе, о рождении свыше. Он сказал: «Я несу служение священника уже 17 лет, но знаю Господа только 2 года». После того, как он рассказал мне о рождении свыше, он пригласил меня на молитвенное собрание. Я пошла на молитвенное собрание, и все, кого я увидела, горели, буквально горели. И они поделились со мной свидетельствами, как Иисус освободил их от грехов. Что вы чувствовали на том собрании? Я знаю, что вы видели, но что вы чувствовали? Когда я вошла в первый раз, то я почувствовала такую радость, которую я еще не испытывала до того, как перешагнула церковь. Затем я услышала, как они молятся, говорят об Иисусе, как будто Он находится прямо здесь, в этой комнате. Я тогда подумала, что я тоже хочу вот так. Но я считала безнадежной для этого себя. Грехи, которые им простил Господь, не казались мне такими ужасными, как мои. Когда я ушла с собрания тогда вечером и пришла в свой дом, и заплакала. «Господь, они говорят, что Ты простил их грехи и вошел в их жизнь и дал им новую жизнь. Но мои грехи кажутся мне гораздо большими, поэтому я не знаю, мог бы Ты прийти ко мне. Но если бы Ты мог, то я бы этого хотела». Сид, он не замедлил. Я почувствовала, как он пришел. Я почувствовала любовь. Любовь наполнила меня. Это было явное чудо, которое зовется спасением. Это было как новое рождение внутри, где все виновно, позорно, все в ловушке. Я знала, что у меня в сердцевине зло, но я ничего не могла с этим сделать. В тот момент это все ушло. Я долго плакала тем вечером. Я стояла всю ночь и плакала из-за доброты Господа. Это было удивительное перерождение. И тогда я поняла, что Господь имеет план на меня. Но потом она стала нормальной. Что я имею в виду под нормальной? Означает ли это, что она сидела последующие 20 лет в церкви, как в театре? Нет, она хотела, чтобы каждый узнал о ее чудесном переживании. Поэтому она пошла ко всем своим соседям. Это было на следующий день, да? Именно, на следующее утро. Я проплакала всю ночь, потом я встала, умылась, и как только рассвело, я пошла к соседям, стучась в их двери, потому что я думала, что есть только одна причина, по которой люди не приняли Иисуса.
они не слышали о нем. Я была уверена, что и им он так же нужен, как он был нужен мне. Поэтому я постучалась в первую дверь и сказала: «Прошлой ночью Бог вошел в мое сердце и простил все мои грехи. Он освободил меня от грехов». Мне ответили: «Патрисия, ты сошла с ума?» Тогда я сказала: «Нет, я была безумной, но сейчас я в здравом уме». Но они подумали, что я безумная, среди соседей пошел слух. Вы ни разу не изменили своему решению? Я ни разу не остановилась. Знаете, я не понимаю, почему большинство христиан не начинают делать то же. Я знаю. Это не имеет смысла. Я пошла на улицы и каждому, кого встречала, проповедовала Евангелие. Я до сих пор люблю это делать. Я люблю, когда Иисус меняет жизнь, когда люди выходят из тьмы в свет, который ни с чем не сравнить. Нет ничего в этом мире, что могло бы сравниться с тем светом, который дает нам Иисус, когда мы принимаем Его как своего Спасителя и Господа. Вы часто испытываете Божью любовь? Да, да. Божья любовь такая реальная, такая осязаемая. Мы можем испытывать Его любовь прежде всего по вере. Даже когда у вас не получится ее чувствовать, вы можете в это верить, верно? Я верю, что Он любит меня безо всяких условий, даже когда я ее не чувствую. Но когда вы концентрируетесь на любви, когда концентрируетесь на Божьей любви, то вы видите эту любовь в своей жизни, и вы начинаете чувствовать присутствие любви. Теперь доступна целая серия ваших дисков. Это целая ваша школа? Да. Как вы научились жить в сверхъестественном мире? Меня посетил Святой Дух. Он буквально усадил меня на молитву в течение месяца. Я так делаю теперь каждый год. Во время этой молитвы я стала спрашивать о сверхъестественном. И он открывал мне каждый день, к 12 часам, по 14 часов каждый день. Святой Дух подталкивал меня смотреть определенные места Писания, давая мне волны Его явного присутствия и славы. Поэтому я создала, это было как под диктовку на самом деле, курс, составленный под диктовку Святого Духа за 30-дневный период, всего 16 уроков. То, что она практикует, это необычно, но это то, что вы получите, когда ближе обратитесь к Мессии. Тогда вы увидите необычные вещи. Она видела умножение денег, видела умножение продуктов. Она сверхъестественно путешествует. Ну, например, одна курица накормила 19 человек. Вы когда-нибудь о таком слышали? А у Патрисии это происходит каждый день. Расскажите об этом, пожалуйста. Как это происходило? Да. И это случилось, когда я была еще только начинающей христианкой. У меня не было еще много знаний в области сверхъестественного. Но вот что случилось. Я читала во время своих молитвенных часов о том, как Иисус умножил хлеб и рыбу, накормив сверхъестественным образом 5000 человек, имея только небольшой запас в своих руках. Тогда это было в воскресенье днем. Я готовила курицу на обед для своей семьи, для своего мужа и двоих детей. Он был с детьми на озере, чтобы покататься на коньках. Там он встретил целую компанию наших друзей и пригласил их к нам на обед. Все вместе с нашей семьей было 19 человек. Я была в шоке. Я просто была в шоке. Я уверен, это было больше, чем шок. У нас не было тогда телефонов, чтобы меня можно было предупредить. А у меня была только одна курица. Это напомнило мне, когда я ходил в цирк, там была машина, и около 50 клоунов вышли из этой маленькой машины. Вы, должно быть, почувствовали что-то подобное. Да, именно так я себя и почувствовала. Но тогда я подумала, что этим утром я молилась и читала о том, как Иисус умножил хлеб и рыбу. Я помолилась такой же молитвой. Я сказала: «Хорошо, Иисус, ты можешь умножить это». И у меня было ожидание чуда. Хотя я боролась со страхом, потому что я была немного сконфужена, что у меня только одна курица. Я добавила немного овощей на поднос, что-то еще. Мы все сели вокруг стола, я молилась, когда резала курицу. Мы благословили еду и пустили поднос по кругу. Я подумала, что люди на самом деле тактичные. Но я продолжала молиться о чуде. Когда первый человек взял большой кусок, я подумала, что же я буду делать? Так блюдо не обойдет всех. Но затем другой человек взял большой кусок курицы, а потом третий. Я была в панике. Но затем, спустя несколько секунд, я увидела, что на подносе остается все то же количество курицы. Блюдо обошло всех сидящих за столом 19 человек. Все до последнего взяли по кусочку, но блюдо продолжало быть наполненным. И знаете что? Что? Та курица закончилась только через 3 дня. У нас был куриный суп, куриные сэндвичи, куриный омлет, пицца с курицей. Курица во всем.
Вы можете себе представить? Одна курица, три дня. Ничего удивительного в сверхъестественном, что естественно для Патрисии Кинг. Оставайтесь с нами. Сегодня это сверхъестественно. Привет, с вами снова Сидрот и мой гость Патрисия Кинг. Вы знаете, я люблю садиться в самолет и лететь куда-нибудь. Просто расслабившись, путешествовать, может быть, на машине. Патрисия собиралась поехать в путешествие по Израилю. Но прежде чем она отправилась в путешествие, у нее был удивительный опыт. Какой именно? Расскажите нам сейчас. Нам очень интересно узнать об этом. Да, верно. За несколько месяцев до поездки в Иерусалим, в первый раз естественным образом, я молилась за Израиль. И когда я молилась, Дух Божий дал мне видение, в котором я увидела себя в Иерусалиме, как бы летящей над улицами Иерусалима, ходатайствуя о мире в Иерусалиме. Вот такой вот сон. Летела прямо над улицами и молилась. Уверен, что вы чувствовали себя как машина в пробке. Мне это нравится. Да-да. Это было так реально и осязаемо, что я действительно почувствовала запах ароматов чего-то острого и смогла почувствовать ветер, дующий мне в лицо. И спустя несколько месяцев, когда я на самом деле приехала в Израиль в первый раз и гуляла по улицам Иерусалима, то я поняла, что мой дух уже был здесь. Я чувствовала те же запахи, ароматы, тот же воздух. Это было очень сюрреалистично. Это внушало трепет. Вы видели то же самое, что видели во время полета? В точности? Так? Абсолютно в точности. Это были действительно те же улицы, которые я видела во время полета моего духа. И это было в полумраке. Когда я летела, был полумрак. Было поселение, вокруг которого было много людей, но я узнала фасады некоторых магазинов, зданий и так далее. А что насчет больной подруги, находящейся за 2000 километров? Расскажите мне, как вы молились о ней? Это был другой случай. Когда я была в Мессе, в Аризоне, моя подруга была в больнице в Ванкувере, в Британской Колумбии, примерно за 2500 километров. Мне позвонила ее дочь и попросила: «Пожалуйста, помолитесь за мою маму. Она очень больна». Действительно, она сдала несколько анализов. Думали, что у нее эмболия легочной артерии. Пока я молилась, я шла по улицам Мессы, волнуясь за мою подругу, думая о ней. И через видение я духом оказалась в Ванкувере, в той больнице, где она находилась. Я действительно увидела ее на больничной кровати так ясно, как я вижу вас сейчас. Святой Дух сказал мне, чтобы я по вере благословила ее на исцеление. Это был только акт веры. Затем я немедленно возвратилась на улицу Мессы, где я шла. Я подумала, что только что была в больнице в Ванкувере над телом моей подруги, передавая ей исцеление. Я знала, что она выздоровела. Так мы закончили нашу прогулку. Мы были на молитвенной прогулке, и мы ее закончили, пошли домой. Позже в этот вечер мне позвонила ее дочь и сказала: «Симптомы у мамы ослабли. Они еще оставались ночью. Утром ей сделали новые анализы, но если все будет хорошо, то ее отпустят домой». Я сказала: «С твоей мамой все будет хорошо, потому что она поправилась. Я знаю, что она поправилась, потому что я была там и могла почувствовать веру, чтобы послужить ей». И она совершенно поправилась? Совершенно поправилась. Она отправилась домой на следующий день, без симптомов. Анализы были в порядке. Вы слушаете истории Патрисии Кинг. Вы слышите такие истории от моих гостей каждую неделю в программе «Это сверхъестественно». Вы говорите, это замечательно для них, для этих людей, но вы также можете сказать: «Как насчет меня, Боже? А может, со мной такое произойти? У меня есть для вас хорошие новости». Так много людей прошли через школу славы, которая учит нас жить сверхъестественно. Хочу, чтобы вы взглянули на студента, который только что закончил одну из этих школ славы. Он был перемещен сверхъестественным образом. Давайте посмотрим.
Давайте вернемся в осень 2006 года. Мой друг Сэм и я возвращались из Тоскана в Аризоне, где мы обучались в пророческих школах. Мы свернули шоссе, чтобы заправиться бензином на автозаправочной станции. И как только мы выехали снова на шоссе, мы стали говорить о школе пророков и о том, какие чудесные дороги и вещи открывает Бог. Пока мы говорили, вдруг со стороны окна водителя мы увидели вспышку света, очень яркую белую вспышку. Это нас удивило. Я помню, что повернулся к Сэму, чтобы спросить, «Ты видел это?» В то же самое время он повернулся ко мне с вопросом, «Что это было?» Пока мы пытались понять, что это было, не то две, не то три секунды спустя мы вдруг заметили, что мы находимся на выходе Chandler Road. А это где-то в 30 километрах отсюда. Мы не были уверены в том, что произойдет дальше, но я могу вспомнить атмосферу внутри джипа, которая была наполнена Божьим присутствием. Мурашки по коже. Мы пропустили место, куда направлялись, поэтому должны были свернуть с шоссе и вернуться обратно. Когда мы вернулись на шоссе, мы сказали, «Господи, что это было? Что ты только что сделал? Как мы оказались здесь?» Мы попросили Бога объяснить нам, что произошло, и тогда на нашей полосе показался грузовик, который почти подрезал нас. На нем мы увидели надпись «Транспорт по договоренности». Итак, Бог послал нам буквальный знак, чтобы подтвердить свое участие в произошедшем. Он переместил нас в духе. И если вы думаете, что это небылица, я призываю вас молиться о чудесах, и вы сами сможете убедиться в истинности Божьих чудес в своей жизни. Так Бог хранит своих детей, своих избранных. Это сверхъестественно. С вами снова Сидрот и Патрисия Кинг. Когда я думаю о Патрисии Кинг, я думаю о человеке, который настолько окружен любовью Бога, участием Божиим в буквальном смысле. Когда вы идете по улицам, вы обращаетесь к нищим, я вижу, как вы обнимаете людей, которые, вероятно, давно не принимали душ, и которые кишат в шаме. Это удивительно, Божья любовь просто источается из вас. Почему вы это делаете? Знаете, Сид, мне многое простилось. А когда вам многое простилось, то вы должны сильнее любить. Меня так возлюбил Господь, столько простил, что я стараюсь нести Его свет в мир, и всякий оживет, если его полюбит. Дадут ему надежду, верно? Знаете, что мне также очень нравится? То, что вы каждому дадите пророческое слово. Да, слово Божье. Это то, что поддерживает людей. Да, знаете, люди никогда не слышали, для чего они были созданы. И если вы не знаете, кто вы и для чего вы созданы, вы ничего не достигнете в жизни. Знаете, если сказать, что в вашей жизни нет ничего хорошего, то тогда вы посчитаете, что так оно и есть, потому что поверите словам, верно? Но если сказать с самого начала, для чего вы созданы, что у вас свое предназначение, то тогда вы сможете подняться благодаря этим словам. Поэтому, когда мы идем и проповедуем тем, кто находится во тьме, слова проносят им жизнь, поддерживают их. Каждое слово. Сейчас многие из этих людей на улице страдают от психических проблем, от шизофрении. Расскажите об одном человеке, который исцелился от шизофрении. У нас есть дом, который называется «Домом восстановления». В наш дом приходят люди с улицы, которые очень нуждаются в любви. У нас не все получается, поэтому мы верим в Божью любовь, в Божью помощь. Одним из первых людей, которые к нам пришли, был человек, страдающий шизофренией. Он находился на медицинском лечении. Бог просто сказал нам, как надо поверить таких людей, чтобы они пришли к целостности и нашли себе место, где они могли бы быть работоспособными. Тот человек и другие даже не были спасены, когда пришли к нам в дом. Но через любовь к ним Бог изменил их. После того, как они стали христианами, они стали верить Господу, что достигнут полноты своего предназначения. В результате Господь сверхъестественно излечил их от шизофрении в течение года или около того. Сейчас они в полном здравии, они не используют медикаменты, они работают, они стали полноценными членами общества, и они процветают благодаря Богу, благодаря тому, что Он изменил их жизни. А теперь немного удивительных вещей, которые происходили на ваших конференциях. Расскажите мне о конференции «Ветра и пламени».
Да, это было удивительно. Мы молились за эту конференцию, которая называлась «Ветер и пламя». На молитвенном собрании мы вдруг почувствовали запах огня и свежего пламени. Мы побежали вокруг дома, думая, что дом горит. Но огня не было. Мы удивились, что это. Мы выглянули в окно и увидели, что пожарная машина едет по улице. Тогда мы подумали, что, может быть, загорелся дом у соседей. Мы выбежали и спросили, где пожар? Нам ответили, нам позвонили и сказали, что пожар на Беджер-авеню, но мы не видим пожара. Тогда вдруг я вспомнила о названии конференции «Ветер и пламя». Мы всего лишь молились о Божьем пламени. И уже полное ощущение огня и у нас, и у наших соседей. Это было так очевидно, что мы почувствовали запах невидимого. Понимаете, это был настоящий запах. Хотя мы не видели огня. На следующей неделе, когда у нас была сама конференция, в самый первый вечер мы почувствовали запах огня, который проник в конференц-зал. Служащие побежали вокруг, пытаясь найти, что горит, не понимая, почему не сработала сигнализация. Огня не было, но каждый почувствовал запах огня. Знаете что, Сик? У нас был 21 вечер пробуждения, когда люди исцелялись, освобождались, получали свободу, спасались, им прощались грехи. Много раз бывало, что люди даже не уходили с собрания до утра из-за Божьего пламени, из-за Божьей силы, которая обнаружила себя таким необычным образом. Поэтому в этом случае огонь, пламя, запах огня были сверхъестественным знаком от Бога. Это был огонь Его Духа, пламя Его славы, которое Он дает собраниям. Это был пророческий знак. Давайте вернемся к той молодой женщине, которую могли положить в психиатрическую больницу, но которая затем освободилась от чувства стыда. Да. Хорошо. Вы освободились от вины. Что вы почувствовали, будучи свободной? Знаете, когда вы живете под тяжестью греха и вины, что вы ничего не можете с этим сделать. Я знаю, что значит быть плохим человеком. Я старалась не быть плохой, но я продолжала держаться плохого. Это только усугубляло мое состояние. Я была в ловушке вины и стыда. И многие люди, которые смотрят программу прямо сейчас, на самом деле, возможно, чувствуют то же самое. Вы чувствуете, что находитесь под тяжестью вины, стыда, осуждения. Вы не знаете, что делать. Но я говорю вам, что через Иисуса в этот самый момент вы можете возродиться, потому что в Нем вы прощены. И Он возлюбил нас навечно. Давайте помолимся короткой молитвой прямо сейчас, чтобы люди почувствовали Божью любовь. Иисус, я молюсь прямо сейчас за каждого, кто ищет любовь, которая есть в твоем сердце для всех, которая может наполнить разум, тело и дух. Войди к нам с любовью, которая освобождает от осуждения и вины навсегда. Во имя Иисуса. Аминь. Вы всегда хотели узнать об этой любви. Если вы узнаете царя любви, то вы будете чувствовать эту любовь все время. Его имя на древнееврейском языке Иешуа, на русском Иисус. Примиритесь с ним. Его мир не сравнить с тем, что дает этот мир. Сделайте Иисуса своим Господом, и тогда вы сделаете первый шаг к чудесной жизни, которую может иметь каждый человек. Сделайте это сейчас, не ждите другого момента. Его может и не быть. Именно это ваш момент. Не пропустите время посещения. Пусть Он станет вашим Господом сейчас, ведь Он так долго ждал вас. Протяните к Нему свои руки.